Привет всем, вы на канале Panda Play, меня зовут Дмитрий, мы сегодня будем продолжать играть в Castle Flipper. В прошлой серии мы сдали вот этот дом какому-то персонажу. Теперь получил деньги, ничего себе, очень интересно, но очень как-то малодоходно, по-моему, как бы, нет? Тебе так не кажется? Мне так кажется. И почему нельзя посмотреть на другого человека? Почему он здесь не ходит, не живет, хотя бы даже пусть спит здесь, чтобы я его видел? Ладно, пойдем выполнять квесты, потому что нужно квесты выполнять как можно скорее, нужно пройти эту игру. Затягивать не хочется, хочется просто вот сделать и закончить и перейти к следующим. Станьте мастером своего дела, мы предлагаем обучение будущим строителям замков. Записывайтесь сейчас, число мест ограничено, начнем зимой. Ничего себе. Ничего себе. Какие-то курсы. Какие-то курсы. Мы на какие-то курсы записались только что, представляешь? Станьте мастером своего дела. Завершите строительство замка. Мусор. Мусор сейчас уберу. Вопросов нет. Так. Пеньки. А, пенек ломать нужно. Пенек ломать нужно. А, его тоже, да. По заданию тоже надо сломать. Так. Так, это мусор, пенек. И еще пенек один, вот он. Я считаю просто, что не нужно затягивать игры. Ну как, убрать? Эй. А, на правую кнопку мыши нужно убирать, а я жму на Е, на R, на все кнопки перенажимал и думаю, почему ничего не происходит. В той стороне ничего нет? Вроде бы нет. Так вот. Игрушка как таковая не длинная, поэтому смысл ее затягивать нет вообще. Это что значит? Вот это что такое? А? А? Что это значит? Вот эта вот хрень, вот это для чего? Ну давай строительство перейду. Где тут строительство? Изменить факел, ремонт, изменить топор. Топором сейчас как рубану и все. На ай, надо нажимать на замки. И пошло-поехало. Так, видимо, это что-то из вот этого. Хотя... Хотя нет. Завершите строительство, блядь, замка. Ты серьезно, что ли? Или это стена? Чё это такое-то хоть? А, вот что это такое. Вот, то есть, ты сам должен догадаться, что это значит вообще, что игра от тебя хочет. Зелененьким квадратиком каким-то подсветила мне. А дальше сам. Дальше сам. Придумывай, что хочешь. Так, арка. Арка широкая должна быть, да? Вот типа такой. Так, дальше что? Тоже такая же арка. Такая же. Ай, а здесь должно быть два окошка. Так. Что дальше? Здесь одно окошко. Такое же, такое же, такое же, такое же, такое же. Далее. Далее мы переходим к другой части замка. Какая-то не очень понятная игрушка, честное слово. То есть обучения здесь как такового нет вообще. То есть ты берешь и... Постройте замок, блядь. Постройте самолет. Каждый день этим занимаюсь, как бы. Я вопросов даже лишних не хочу задавать. И... В принципе, все, готов, нет? 34-73. Да что такое? Чё ж нос так чешется? Постоянно, вот каждый раз, когда записывать начинаю, постоянно чешется нос. Это не к добру. Ага. 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 Так, здесь нужно построить также два окошка. Ну на. А выйти как отсюда? Застроился и все. И как? Лесенку, говорит, нужно построить. Ну, давай лесенку построю. Долго, что ли? Товарищ. Еще одна лестница. Ну что такое-то? Так, а теперь нужно это повторить все в других частях этого замка. Правильно? Ну, наверное, так.
Микрофон включен, это самое главное, потому что я могу тоже забыть. Я уже много раз тебе это повторял, но еще раз будет не лишним. Бывает у меня такое, я сижу, разговариваю здесь. Потом хренак, оказывается, что не записываю. Чё ж тут еще-то надо сделать? 47 из 73. Это что? Это что такое? Это крыши? Как-то очень узко стало здесь. Неуютно прям. Теперь куда? Хоть бы показывали на карте, на какой-нибудь, я не знаю. Куда идти-то дальше? А, двери надо поставить. Ну, давай дверь поставим. Как-то прям с какой-то непонятки началась игра. Серия наша с тобой. А, еще... А, окна теперь вставлять надо. Ёлки-палки. Тут, оказывается, еще окна вставлять нужно. Блин, это изнутри лучше делать. Пусти. Товарищ. Так, теперь наверх. Наверху окон нет. Естественно, кто же наверху окна сделает? Там даже... под них отверстий нет. Все? То есть это все, да? Нет, я останусь. Я должен найти сундук. Сундук и записку. Потому что, ну... Нужно полностью проходить. Я не хочу, как это сказать, не хочу оставлять здесь то, что можно найти. Наверняка он где-то здесь. Да, вот он, сундук. В нем золото, вот здесь должна быть записка еще. Эй. Эй, где записка-то? Записку мне дайте, пожалуйста. Пожалуйста, дайте записку. На бочке, может, где прилеплено. Я просто предполагаю, что это здесь, потому что в другом месте никаком оно не будет висеть, а... Или погоди. То есть записку я не должен здесь найти или что? Я что-то не пойму. Мне казалось, что здесь должна была быть записка. Но, видимо, нет. Хрен его знает. Видимо, нет записки здесь. Я, может, показалось. Сундук я нашел, но хотя даже сундука не было написано сейчас в заданиях. Странно. Так, что тут у нас? То есть, ты хочешь сказать, что ты денег никаких не нашел? Ну, то есть, не собрал деньги за время моего нахождения в задании? Это странно. Торговый рынок. Здесь можно обменять материалы. Подойдите к учетной книге, выберите материал, который хотите обменять, а затем материал, который хотите получить. Выберите материал, который хотите обменять. Деньги на камни. Камней мало очень. Червончик мне не жалко, например, торговля. Все, научился? Научился, большой молодец. Пойдем к следующему заданию. Нужен плотник. Если вы это читаете и знаете, как обращаться с инструментами, молю, помогите. Кто-то вломился в мой дом и все в нем разнес. Один я ремонт не сделаю. Я каждый день, кроме воскресенья, работаю допоздна. И не могу брать отгулы. Хотел вот подарить соседу новую повозку, но теперь все деньги уйдут на ремонт. Даже представить не мог, что такое может случиться в нашей спокойной деревне. Что-то у меня есть такое ощущение, как будто это... Место у человека, который... Ну, короче, там, где мы разнесли все. Да? Да? Блядь. Очень классно, очень круто. Просто, ну, на самом деле, это... Это гениально. Это просто гениально. Где здесь горшки? Ты понимаешь суть-то, да? Ты понимаешь суть, да? Мы разнесли этот участок в пух и прах, а теперь здесь за деньги... Мало того, что мы деньги там получили, так мы получим деньги сейчас еще и за ремонт. Вот почему он ровно не ставится? Вот что это за... дребудистика? Может, это не тот горшок просто? Да не тот.
Музыка такая расслабляющая. Не то, что в тот раз, да? В тот раз нам боевой клич прям какой-то включали, чтобы мы тут это... не расслаблялись. Чтобы ломал и ломал только так. Так, чуть валяется на дороге. А у вас тут камушек выпал. Ну, как говорится, ломать не строить. А строить это не ломать. И мне сейчас очень тяжело. Я прям понимаю, как мне тяжело. Так, размещенная мебель, аксессуары. Так, с клумбами все, нет? Ну, видимо, все. Давай лавочки. Нет, это не кухня, это сад, это... вот здесь, наверное, где-то. Подожди, а где должен находиться... Где должна находиться лавка? Вот она. Такая лавочка. Ну да, она считается. Пусть будет такая угловая, она красивее как-то немножко выглядит. Но вообще, на самом деле, мужику не повезло. Он мало того, что получил... как-то разнесли ему здесь по самой не балуйся весь участок. Так еще он соседу-то хотел подарить повозку, ты понимаешь? Видимо, он для этого брал у него инструмент, чтобы сделать повозку, ему там подарить. А сосед неблагодарная сука просто, которая говорит, что у него инструмент или деньги. Че он там у него одолжил-то? Инструмент не отдает, говорит мне, надо ему разнести весь участок. Очень некрасиво он поступил со своей стороны. Ну ладно. Так, что еще нужно сделать? Аксессуары, мебель. Тут что-то как-то очень много аксессуаров нужно с мебелью построить. Ух, етить, колотить. Почему нельзя как-то быстро это выбрать? Почему я должен это все брать и вот искать постоянно самостоятельно? Так, это не то. Тут какой-то низенький шкафчик. А есть такой же, только маленький? Или это в спальне? Нет, в спальне такого нет. В ванной? В ванной тоже такого нет, но это же... Это кухня. Это явно кухня, и это явно такого нет. Ну, надеюсь, что я никуда не уехал. Надеюсь, что здесь все как было, так и останется. Потому что я отходил, как всегда. Кто бы сомневался-то. Так, здесь нужны стулья, столы. Стол длинный. Такой хороший стол должен быть. Блять, не такой должен быть. Поперечный. Ага. Ой. Как-то он встал так некрасиво. Ну, то есть с какой-то анимацией непонятной. Так, тут тоже поперечные должны быть внизу. Такие крупные. Крупные поперечные. А спинка какая? Вытянутая, без вырезов. Вытянутые без вырезов. А у меня таких стульев-то и нет. И как быть? А, вот он. Вот это, блядь, просто ад для перфекционистов и для людей, которые хотят ровно что-то поставить. Ну, то есть, понимаешь, да, вот зеленая херня горит, а я туда не могу поставить. Это издевательство. Так, здесь должен быть шкаф. Ну, шкаф, наверное, все-таки будет вот... Какой он будет такой? Вот какой-нибудь вот... Эдакий? Нет, такой не должен быть. Он должен быть закрытый. Но не такой, он должен быть четырехстворчатый. Может, тут? Нет. Четыре створки должно быть. Короче, пизду, вот такой вот будет. Красивый, красивый. Так, а здесь что? А здесь такой же должен быть. Только это все равно спальня уже. Да? Да, четыре створки в спальне. Ладно, похер, будет вот такой. Еще я буду здесь искать, я не знаю, то, что у него было. Не буду я, конечно, искать ничего. Почему у него из кухни мебель оказалась здесь? Такой пупырчатый шкаф должен быть на кухне. А, ну, наверное, просто игра подсказывает, что мне нужно сюда поставить.
сюда шкаф, сюда не шкаф, поэтому не буду даже париться, вот так вот поставлю, пойдет. А что, за свой счет, что ли, это все делаю? Так неинтересно. Хотелось бы... Что-то она посреди дороги встала, кровать-то. Вот тут она всяко лучше будет стоять. Ладно, пойдем. Пойдем в соседний дом. Там я, помню, тоже что-то ломал. И ломал я там явно больше, чем в этом. Так, здесь у нас с тобой что? Здесь у нас с тобой раковинка. А, кухня. Полки. Нет. Нет. Нет и нет. Резервуары. Чё вот это такое? Это ж кухня с раковиной. Ой, кухня, блядь, это стол с раковиной. Почему я не могу его найти? А, вот он. Слепошар, потому что вот почему не могу найти. Так, здесь... Можно на кнопочке шевелить предметами. Круто. Очень полезная вещь. Так. Красота. Так, едем дальше. Блин, да что... Кто посреди дороги делает такие лестницы? Тут кровать и шкафчик. Кровать, шкафчик, стол и стулья. Ну, собственно говоря, давай... Так, кухня, где кухня здесь? Кухня, стол. Стол должен быть вот... этот. А стулья должны быть вот эти. Я просто даже не знаю, что сказать сейчас. Я просто пытаюсь что-то делать. Пытаюсь просто что-то делать, и все. Просто пытаюсь. Где он тут? Вот он. Они серые, непримечательные, их не видно. Это не такая игра, в которой нужно что-то рассказывать. Здесь просто нечего рассказывать в принципе. Ёшкин кот, как у тебя много всего здесь. Просто ужас, как много всего. Еще и 60 мусора, открытые окна. Откуда открытых окон у тебя столько? Чё, блядь, происходит? Давай, спальня, кровать. Мне кажется, мы всю серию будем сейчас с тобой заниматься именно... Именно вот этим. Да почему? Хорошо. Так, шкафчик. Вот такой поставлю шкаф. Ну куда ты? Нормально стоит? Нормально стоит, пойдет. 33 из 45. Что-то как-то маловато. Здесь будет шкаф какой-нибудь вот... Я даже не знаю, какие шкафы туда нужно ставить. Сюда точнее. Как по мне, так какие-нибудь обычные нужно ставить, да и все. 34. А то ж они цари тут, короли, выпендриваются только больше. А я считаю, нечего выпендриваться. Это маленькая полка. Чуть прям какой-то скучный выпуск, мне кажется, нет? Да вот это поставлю. Чё нет-то? И кроватку. Кроватку обычную, вот какую-нибудь вот такую. Все. Красота. Опа, еще шкаф. Просто здесь даже рассказывать, честно тебе говорю, нечего. Я вот даже не знаю, что сказать сейчас. Я сижу и понимаю, что я молчу, но... А что я расскажу? Что я вот тут скажу? Бегаем, ой, чиним дом, который сами же сломали. Это прям какой-то... Какая-то ерунда, короче, какая-то. Просто вот, просто на самом деле ерунда. Иначе это никак не назовешь. Одно задание назад или два задания назад мы это дело все ломали. Точнее, серию. В предыдущей серии, по-моему, мы ломали весь этот участок, раздолбали. А сейчас мы его чиним. Это как-то глупо.
И в обоих случаях мы получаем плату. Так, здесь все, да? Еще 5 мебелей нужно поставить вон в том здании. Угу. Так, ну вот 3 вижу, и на втором этаже что-то еще есть. Это кухня. Кухня, шкафчик обычный. Низенький, маленький. А, вот этот подходит. Почему они посреди дороги отображаются, я не пойму. Стол. Ну, стол какой-нибудь обычный, маленький, нужно поставить. А, кстати, вот его и нужно было поставить. А, ну и стул тоже так, этот же. Вот он. Вот он. И на втором этаже нужно поставить кровать и шкаф. Это нужно зайти в спальню. Кровать. Не знаю, я всем кровати эти ставлю, они большие, наверное, удобные очень. Правда, немножко окно закрывают, но ничего страшного. Ты здесь спишь все-таки, а не в окна смотришь, правильно? Правильно. Так, это сделал, ладно, уже спасибо. Че по закрытым окнам, я не пойму, что это такое вообще? И разблокированная дорога, это что значит? Это вон туда нужно пойти, вот это вот... Вот эти вот бревна убрать? Или что? Я просто, может, что-то не понимаю. Тап ломать. Топор. А кого я рублю-то? Я же... Они же так лежат. Какая-то ерунда. Ломать. Разблокировал дорогу. Это хор... Подожди, а может туда нужно идти? А зачем? Я должен соседу еще что-то на это наломать или что? Как сложно. Куда я иду вообще? Зачем я сюда иду? Да, мусор, смотри. Здесь мусор весь находится. То есть вот это продолжение задания. Но я так понимаю, верхняя все равно часть... верхняя часть вот заданий, она относится к тому дворцу, к тому поместью. Потому что... Ну потому что я так считаю. Да нажми ты. Вот. Хотя, как знать. Да что такое-то? Ну возьмись ты. Чё за закрытые окна, открытые окна? Я вообще не пойму. А, может вот эту стену надо покрасить или чё? Ломать нельзя. А, нет, здесь красить не нужно, потому что здесь все стены такие. Мусор где еще? Не видно. Опять не видно. Так, здесь тупик. Ну вот, мусор. Какое запутанное задание. Огромное задание. Мало того, что оно длинное, так оно еще и... не на одной локации, можно сказать, находится. Я здесь был? Скорее всего, был. Пойду схожу вот в это здание. Здесь что такое? Да отстань ты от лестницы. А нужно ли туда лезть вообще? Ну, бляха! Сундук я там нашел. Вот это вот хорошо. Сколько денежек? Косарик. Разбиться я не разобьюсь, поэтому ничего страшного. А, ёб твою налево, серьезно? Это вот так работает? Твою ж мать. Зачем так сложно делать это? Зачем так сложно это называть?
То есть откуда я должен был понять, что это именно так делается? Из ворощуги, блин, называют задание, не поймешь как. Потом мучись и сиди. Так. Еще одно здание. Но с окнами я вообще не пойму, что делать нужно. Я вижу открытые ставни, но дальше-то что? Изменить вид стены. Ну, можно, конечно, попробовать сделать вот так. А он не выбирает. А, стена-то это снаружи, которая. Да, точно. Только где она здесь? Я же изменил вот этот вид этой стены. Возможно, это не здесь? А вот с окнами открытыми я вообще не пойму. Скорее всего, это вторая часть задания, и... Да, скорее всего, это вторая часть задания. Дальше я должен был разблокировать дорогу, убрать там мусор и... Что-то сделать с открытыми окнами. Устранить, скорее всего, открытые окна. Блять, заняться-то больше нечем, да? Серьезно, вот окна закрывать. Хер его знает. Ну, побежим, сгоняем, посмотрим, что там к чему и почему. Выполнять задание все равно нужно, и... У нас это... Да, вот, открытые окна, нужно их закрыть. Я предполагаю. Так, входа здесь нет. Вход здесь. Бляха ж ты, муха, ну серьезно, ну вот кто придумал эти задания? Они же настолько скучные, что просто вот не знаю. В смысле? Закрой. А, их открыть надо. В смысле, а что не открывается-то? Их еще и не все открыть можно. Ну и чудеса, ну и чудеса. Во развлекуха, я прям не могу, серьезно. Ну вот, блин, скучнее задание придумать даже нельзя. Игра вроде активная достаточно, то есть, ну, чтобы ты что-то делал, постоянно экшен какой-то был. Но вот открывать окна, это... Это какой-то трэш. Ну серьезно, ну зачем это придумано было? Мне, например, не нравится вот этим заниматься. Вот это задание, оно самое скучное, которое я когда-либо вообще выполнял. А, их еще и два можно открывать. Красота-то какая, а? Неужели я сейчас выполню задание? 10 тысяч, бонусное вознаграждение еще 2000. Я не хочу здесь искать, на самом деле, сундуки, потому что это издевательство просто надо мной. Огромная локация, два сундука всего, это очень-очень-очень мало. То есть очень долго я буду этим всем заниматься. 52 кусарика, кстати, что это такое? Поднасрали в доме, представляешь? На ровном месте просто взял бы насрал. Бутылки и камни наложил. Праздник удался. Пока отец был в командировке, я решил устроить небольшую вечеринку в его летнем дворце. Было зашибись, вот только теперь там беспорядок. Все бы ничего, но сегодня утром я узнал, что отец возвращается, чтобы забрать меня с собой в поездку. Это все ложь, мы разнесли дворец к чертям, мне крышка. Как только отец переступит порог, прошу, помогите. А, заплачу золотом. Естественно, золотом. Чем ты мне еще заплатишь? Короче, нужно сейчас... Я не понимаю, зачем нужно деревья вырубать и пеньки вырубать, если... И нахера они вообще окна заколачивали? В чем прикол был? Это что такое? А, я думал, это эпоксидкой залили. Просто нет, ну на самом деле. Они что, деревья там сажали, что ли? Зачем деревья вырубать? За этой стеной что-то есть. Ну, есть и есть.
Так. Это двигать можно, это открыть нельзя. Убираем, убираем, убираем. Так, поставить ровненько. И пошел я наверх. Не буду я это ровно ставить, просто пусть стоит хотя бы. Начинается. Мое любимое занятие — это шваброй работать. То есть это прям на самом деле, это так успокаивает. Чуть шкаф не завалился, представляешь? Так. А куда это? Вот куда это. Так, стену я открыл. Надо же так было разнести дом. Чё ж они тут делали? Как они гуливанили здесь? Стена открылась, это хорошо. Чё здесь у нас? То есть это настолько надо было, не знаю, быть невнимательным, чтобы не заметить этот сундук. Граф Регус, по вашей просьбе я проник во дворец лорда Крафта, и у меня плохие новости. Как вы и опасались, дочь Крафта поистине отвратительное создание. Во дворце к ней все относятся как к произведению искусства, хотя по остальным жильцам это не такое уж большое преувеличение. Но по сравнению с князем Алюкиным, ее даже человеком назвать сложно. Она вся какая-то угловатая, словно незавершенная мраморная статуя. Но это все еще цветочки по сравнению с тем, как она двигается. Говорю вам, граф, весь этот брак пахнет подозрительнее, чем корабль после сильного шторма. Я бы не рекомендовал отправлять князя Люкина в этот дворец, агент С. Блять, что-то какие-то расследования здесь шпионят друг за другом. Мне нужно два булыжника еще найти и построить стену. Так, это что? Это куда? А, это вот. Это фонтан разломали. Вот молодежь, да? Разломала фонтан. Просто вот ничего сама не добилась, а ломать умеет. Так, мужик, ты что здесь лежишь? А его поднять даже нельзя, как жаль. Откуда это все здесь? Откуда здесь огромные куски стен? Серьезно, откуда такие огромные куски стен? Я так понимаю, молодежь здесь не только гуливанила, она здесь еще кого-то это... Она еще кого-то убить, наверное, хотела. Я не знаю, что она здесь. Может, убила кого? Просто настолько разнести здесь все... Это нужно постараться. Так, что здесь? Записка. Достопочтенный граф, к сожалению, я не могу согласиться на продажу моего дворца, однако я все же надеюсь, мы сможем договориться. Видите ли, моя очаровательная дочь Лара мечтает выйти замуж за такого сильного и благородного молодого человека, как ваш сын Люкин. Подобный союз выгоден нам обоим, а в будущем он станет гарантом того, что Люкин и Лара будут вместе править нашими процветающими землями. А взяв в жены мою дочь, ваш сын получит земли, на которые вы положили глаз, а я буду спать спокойнее, зная, что моя дочурка находится под защитой благородного князя Люкина. С нетерпением жду вашего ответа. Искренне ваш лорд Крафт. А, но мы уже поняли, что мы никого никуда выдавать не будем, потому что это уже не очень хорошо. Потому что дочка у него там угловатая вся и ходит как не поймешь кто. Да кто лавки тут здесь передвигал? Ой. Надо же так все переломать. Я вот серьезно, это... Это вот неблагодарные дети. Вот правда, ну... Как можно было так все разнести? Ну настолько-то, ну я понимаю там погуливанить немножко, да? Я понимаю там что-то натворить. Но чтоб весь замок просто по самой не балуйся разлетелся во все стороны, это прям какая-то уже ерунда получается. Гвозди забивать — это самое, блин, не нравящееся мне действие здесь. Оно долгое. И нужно два раза забивать гвоздь.
Все, поставлю вот так вот и пусть стоит. Ладничка. Сколько мне тут мебель надо отремонтировать? 5. Вот это не ремонтируется? Нет, не ремонтируется. Так, ухо-хо-хо-хо, сколько стен здесь. А куда их надо засунуть? Где здесь дыры в стенах? И есть. Я вот, например, не вижу ни одной. Ой, там красивые такие стеклышки переливаются. Может быть, все-таки здесь где-то есть дыра в стене? Блин, да нет. Может быть, в той двери? Да, в этой двери есть сломанные стены. А это что такое? Я думал, лифт грузовых. А это, оказывается, трон. Ну, ребятишки, конечно, хорошо погуляли. Тут даже не обсуждается. Но элемент не подходит. Я хочу сюда его засунуть. Куда его еще-то можно запихать? Элемент этот. Какое долгое беспощадное задание. Серьезно. Что-то прям пошли задания прям по очень долго. По очень долгому времени. То есть вот проходить их уже не то чтобы в удовольствие. Они просто на самом деле настолько замученные. Они тебя мучают и мучают, мучают и мучают, мучают и мучают. Я не вижу, куда надо засунуть этот булыжник. Поэтому, пожалуй, я его оставлю. Можно поднять, оказывается. Все в порядке. Вот где здесь дырка? Где дырка? Я не вижу дыры. А еще я не вижу сейчас практически ничего, потому что у меня наступает ночь. Да уйди. Тап отремонтировать. На Е нажать надо. Так. Ой, блядь. 4 гвоздя с каждой ножки. Прям серия скучных заказов, я тебе серьезно говорю. Это настолько мудреные заказы. Мне кажется, как-то было в прошлой серии повеселее, хоть чуть-чуть. Двигать. Ну, на, подвину. На, вот сюда поставлю. Так. Ремонтировать опять. Это что такое? А, это сюда поставить надо. Еще один стол. Еще один. Ага. А, это я бросил. Это мне не нужно. Да возьми. Ага. Ага. Угу. Все готово дело, да? Здесь больше ничего нет. Есть. Тап убрать. Делов-то. Дольше мучиться. Дольше думал, ходил. Но вот это, конечно, самое долгое. Прям на самом деле. Это прям ты сидишь и... Прям выжидаешь. Когда же это все закончится? Я, по крайней мере, выжидаю. Просто, ну, на самом деле, можно было как-то это все попроще сделать. Или хотя бы какой-нибудь навык прокачать, чтобы гвозди забивались, блин, с первого раза. Здесь же есть дерево какой-то навыков. Я туда очень давно не заглядывал просто. Здесь-то зачем 4 гвоздя? На 2 посадил и хорошо... Починил. Теперь куда? А, ну теперь еще одну табуретку и готово дело. Убрать старые пни и деревья. Отремонтировать фонтан. Может сюда? Тоже не сюда, погоди.
Замок 10 из 11. Тут что, лишние куски есть? Замок я практически отремонтировал. Мне осталось две запчасти всего. Я вижу он кусок от этого... Блять, нет, это не тот кусок. Это все не то. Я думал, это от фонтана. Может, фонтанчик валяется? Да нет. У меня есть два куска от замка, а что с ними делать? Опа. Вот тебе и фонтан. Так, фонтан заработал. Это меня несусветно радует, но... Но! Я не найду никак, где дырка в замке. Все перебрал. Сейчас грязюку еще поубираю. Как можно было стены-то усрать? Вот стены это самое вообще непонятное. Чем усрать можно было стены, тоже не ясно. Молодые, озорные. Взяли, сломали все. Батя говорит, придет, сейчас пиздюлей наваляет. А ты как хотел, блин, гулять. А как мне надо тут это самое это? Получается, это я срубаю. Это я ломаю. Это я разрубаю. Это я убираю. Да? А вот это что я делаю? Изменить. Какая темная трава? Какая светлая трава? Все? Я что-то не пойму. А, засейте газон. А как вот с деревьями, например, жить? Бороться? Ремонт? Ломать, топор, факел, изменить, ремонт, убирать. Здесь такого нет. Ладно, надо пробежаться, поломать. А, что пробежаться? Тут больше нет. Тут больше деревьев-то и нет. Так, поломку. И уборку. Ну, возьми ты ее, сломай, возьми, возьми, возьми. А где оставшаяся часть? Внутрь, что ли, упала? Блять. Серьезно? Ну и дела. Опа. Вот она. Запчасть-то. А вот это лишнее получается. Нет. Замок надо отремонтировать. Где в замке еще дыра? Ну серьезно. У меня такое чувство, как будто меня обманывают. Но по сути-то так это не так. Вроде как меня не обманывают. Я спросил, не мошенники ли они сказали нет. Пятна у меня. Сколько еще пятен? Три пятна. И навыков нельзя сейчас прокачать. То есть я прям даже вот прям в каком-то замешательстве. А, вот пятно. Почему дождь внутри, я не пойму. Что это такое? Почему дождь внутрь замка попадает? Это нормально вообще, нет? Мне кажется, что вряд ли. Игра тоже со своими причудами, конечно. А, вот пятно. И остается отремонтировать замок. Вот где его отремонтировать нужно? Я не вижу здесь ни одной дырки. Здесь еще одна записка, кстати, есть. Что меня совсем не радует, потому что я ее не знаю, где найти. А вот и дырка. А записка где тогда? Где тогда записка? Я не знаю, где записка тогда получается.
Игра как-то меня запутала совсем. Так, ну ладно, деревья я сейчас посажу. Я понял, как это... Да уйди. Как это делать? Это где-то вот сюда надо нажимать. Нажимать на сад, на деревья. И посадить надо, наверное, какие-нибудь вот такие вот деревяшки. Да пусть такие сидят. Какие-то странные на самом деле деревья у них. А, это в предпросмотре такие огромные листья, а тут так-то их нет. Дай какое достижение, Wealthy Man. Не знаю, что это значит. Наград 10 тысяч, бонусные 2 тысячи и вернуться домой, потому что здесь я не найду никаких записок, и на это надо попрощаться уже, потому что серия идет уже бесконечно долго. Спасибо большое вам, ребятки, за просмотр. Ставьте комментарии, обязательно пишите лайки. Подписывайтесь на группу ВКонтакте, ссылка на нее есть в описании под видео. И давайте до встречи в новых видео. Увидимся с вами в скором времени. И всем пока.